Меньше 2 недель остается до первого заезда в детский оздоровительный лагерь «Бригантина». В этом году принято решение организовать не 3, а 4 полноценных заезда, чтобы как можно больше детей смогли насладиться отдыхом в любимом лагере «Бригантина». Почти 1000 мальчишек и девчонок побывают здесь этим летом. На данный момент идет подготовительная работа в лагере. Мы проводим косметический ремонт, ждем детей. В этом году мы оздоравливаем на 220 детей больше, чем в остальные годы. То есть это будет 880 детей, 4 заезда. Воспитательная программа этого года направлена на патриотическое воспитание детей. В составе комиссии по приеме детского лагеря специалисты в самых разных областях. Это процесс, в котором обращают внимание на все мелочи и нюансы. Ведь здесь будут отдыхать дети. Обработали матрасы, обработаны все здесь. Матрасы еще приобретутся у нас, приобретем матрасы, Продолжается работа по укреплению материально-технической базы лагеря. В котельной установлено новое дорогостоящее оборудование – котел, фильтры для очистки и умягчения воды. В столовой появились новые плиты, духовые шкафы, холодильники. Вообще учреждение очень радо, когда идет материально-техническое оснащение, обновляется. Это здорово. А в этом году здесь как никогда, как вообще новую столовую все закупили. Питание – один из важных аспектов, на который всегда обращают внимание в детских оздоровительных лагерях. Ведь дети здесь находятся круглосуточно, и родители всегда волнуют, как и что кушал их ребенок. Организатором питания в данном учреждении у нас на протяжении уже более 10 лет является ООО «Грант питания». Будет организовано 6-разовое горячее питание. Это вопрос, который волнует родителей, так что дети не останутся голодными. Меню согласовано с Роспотребнадзором. Оно составлено в соответствии с санитарным требованиям. Естественно, оно разработано по двум возрастным группам. В лагерь принимают школьников до 15 лет, но для самых активных бригантинцев, которые достигли предельного возраста, выделяются специальные сертификаты, и они могут приехать в лагерь в качестве волонтеров. Бригантина – это не просто лагерь, это целое сообщество тех, кто провел здесь незабываемое детство. Многие бригантинцы сейчас уже привозят сюда отдыхать своих детей, ведь точно знают, что эти воспоминания и дружба останутся на многие годы. Полина Сюткина, Эдуард Новиков, информационная программа «Ежедневник».